Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 17, история Кали, текст 11. Атра правишья гарудо, яди матсян сакадати, садья пранарви юджета, сатьям этад бравимьяхам. Перевод. Если Гаруда еще раз осмелится войти в эту заводь и съест хоть одну рыбу, жизнь его тотчас покинет его, да сбудется то, что сказано мною. Комментарий. Ачарьи объясняют, что Саубхари Муни из-за привязанности к обитавшим в заводе рыбам не сумел посмотреть на эту ситуацию с духовной точки зрения. Девятая песня Шримад Бхагаватам описывается, как в результате своего оскорбления Саубхари Муни пал. Из-за своей гордыни Саубхари Муни потерял всю силу, накопленную в результате аскезы, и вместе с силой духовную красоту и счастье. Когда Гаруда появился у Ямуны, Саубхари Муни подумал: «Если он ослушается моего приказа, я не посмотрю на то, что он личный слуга Верховного Господа. Я прокляну его или даже убью». Из-за такого оскорбительного отношения к великому вайшнаву все хорошее, без всяких сомнений, покидает человека. Как рассказывается в девятой песне Шримад Бхагаватам, Саубхари Муни женился на множестве красивых женщин и обрек себя на страдания в их обществе. Однако, поскольку он провел долгое время в водах реки Ямуны, протекающей по Шри Вриндавану, в конце концов Саубхари Муни избавился от всех страданий. О, Магьяна Димирандасья, Гьянанджана Шалакая, Чакшурун Милитамина, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манубиштам, Стабитамина Бутали, Сваям Рупа Кадамаям, Дадати Свападантикам, Ванча Калпатарубьяча, Крипа Сингхупья Эвача, Патитанам Павани Бью, Вайшнави Бью, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутали Шимати Бхакти Веданта Свами Нитянамине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Деша Тарине. Ата Правишья Гарудо Яди Матсян Сакхадати Садья Пранарви Юджита Сатьям Эта Бравимьяхам. Если Гаруда еще раз осмелится войти в эту заводь и съест хоть одну рыбу, жизнь тотчас покинет его. Да сбудется то, что сказано мною. Итак, мы читаем 17 главу 10 песни Шримад Бхагаватам «История Кали». В предыдущей главе мы читали уже итог определенный, что произошло, когда Кришна столкнулся с Кали, его, так сказать, агрессия Кали в отношении Кришны, что из этого вышло. Кришна заставил его силой предаться ему. Редкий случай, но бывает. И когда все это уже закончилось благополучно, жены этого Кали, будучи преданными, так сказать, отмолили грехи своего мужа, и сам Кали тоже предался Кришне, они покинули это место на Ямуне. И вот теперь после этой главы начинается история, то есть назад возвращаемся и начинаем рассматривать, что за причины привели к тому, что, почему Калия принял убежище в этой заводе.
Вот, почему, так сказать, он там чувствовал себя безопасно, оказывается, что Гаруда туда не мог прилететь, а Гаруда не мог прилететь в эту заводь, потому что, значит, мудрец Саубхари Муни наложил такое заклятие, сказал, что вот если он в этой заводе появится, то я его силой своего проклятия убью и так далее. То есть достаточно странная хронология. Сначала идет какое-то событие, описывается, потом раз, следующая глава начинает описывать предыдущие события. То есть нетипично для истории. Обычно история последовательна, если вы изучаете какую-нибудь историю, там 20-е годы, 30-е, 40-е и так далее. Достаточно странно после, допустим, истории Второй мировой войны, 40-х годов, начать рассматривать 30-е годы, там, предысторию. Вот. Это в обычной истории так все происходит. Пурана – это тоже история, Шримад-Бхагаватам – это Пурана, но смыслом Пурана является не хронологическая передача событий, а передача истины. То есть история просто является одним из средств передачи мудрости духовной. То есть мудрость духовная – это смысл. А какие-то исторические события, их хронология, они не имеют большого смысла. Что с того, что вы знаете, в каком году была какая-нибудь Куликовская битва там или еще что-нибудь такое. Просто вот это вот выстраивание событий в определенном хронологическом ряду, оно ничего, собственно говоря, не дает, ну, кроме того, что, ну да, это затем, это затем, и затем. А мудрость-то в чем? Вот. И Пураны, хотя это тоже называется история, но это история не вот в нашем таком хронологическом смысле, а это история, которая передает именно мудрость духовную. Поэтому совершенно спокойно рассказчик Шримад-Бхагава, потому что Шукадева Госвами очень легко после события определенного идет не дальше хронологически, а возвращается к его предыстории, то есть к тем событиям, которые исторически были до того. То есть он нарушает кажущуюся хронологию, но при этом он вскрывает истину, поэтому ни у кого нет претензий, что такая странная история. То есть люди, которые вот привязаны к хронологии, они будут сильно удивляться. Люди, которые, скажем, ищут истины, им не так важно, какое событие было до, какое позже. Им важно понять саму внутреннюю логику, что за события привели к одному, к другому, каковы философские и духовные выводы всего этого. Итак, там с самого начала главы говорилось, что змеи и птицы, они по жизни враждуют. Вот это все, так сказать, в самом начале Махабхараты описывается вот эти, так сказать, сыновья, значит, Кадру, это вот первого змея, так сказать, и сыновья вот эти вот, Вината, по-моему, или кто там был, от птиц, да. То есть между ними шло, так сказать, вечное соперничество с долгих времен. Вот, и эти крупные птицы охотятся на змеи, змеи прячутся от этих птиц. В общем, там у них долгая, так сказать, история какой-то взаимной кровной мести была. Вот, и, короче говоря, Гаруда, как птица по своей природе, крупная, вот его естественная пища, рыба, змеи и так далее. Вот, и Калия спрятался в этом месте, в Ямуне, не потому что это обычно преданный во Вриндаван. Им там нравится, потому что там Кришна. Гора этот самый Кали отправился во Вриндаван не потому, что он преданный был Кришне, вот, а потому что это место в реке Ямуне было защищено тем, что там находился этот мудрец Саубхари Муни. Он стоял по горло в воде, совершал свои аскезы, медитировал. И однажды он увидел такую ситуацию, что Гаруда, значит, пролетая там, решил, так сказать, позавтракать. И какую-то рыбу, значит, он там поймал, схватил, съел, для него это привычное, обычное дело. И рыбы, так сказать, там говорится, что они несколько опечалились, потому что он какого-то вожака их, этого рыбьего, съел. Вот. И Саубхари Муни, так сказать, преисполнился некого сострадания к этим обитателям Ямуны, к рыбам, вот, и решил как-то им вот некую такую протекцию оказать. Вот он произнес это заклятие, сказал, что если Гаруда еще раз здесь появится и хоть одну рыбу съест, значит, я его прокляну, и все, и он лишится жизни. Садьях пранар вьюджита, то есть его прана сразу покинет, и он говорит, сатьям это адбарвами, ага, воистину так будет, то, что я пообещал. Вот. А поскольку эти мудрецы очень могущественны в плане того, что они копили в себе силы благодаря ограничению чувственной деятельности, аскезе, то, в общем, эти все проклятия имели силу.
Потому что дает ли человек проклятие, дает ли он благословение, это означает, по любому случаю он дает энергию какую-то. Если вы пришли к человеку и говорите, там, благословите меня на то, это примерно то же самое, что вы подходите ему и говорите, дай миллион. То же самое. То есть это потому что обозначает дать благословение, значит отобрать у человека кусок энергии. Вот. То есть благословить кого-то, значит отдать энергию. Проклясть кого-то, отдать энергию. Вот. То есть это не просто кто-то кого-то благословил или проклял, а чтобы действие осуществилось, благое или хорошее, плохое ли, должна энергия какая-то уйти. Потому что любая работа осуществляется энергией. Вот. Поэтому естественные благословения идут к тем, с кем есть отношения. Отношения всегда обмен. Если отношений нет, на каком основании благословение? На каком основании, простите, я вам должен миллион? Да? Если у меня с вами отношения есть, тогда так сказать, кто-то кого-то может благословить, кто-то кого-то может, так сказать, если нет отношений, наоборот, проклясть, если есть в этом смысл, понимаете? Потому что проклятие, благословение – это всегда затрата энергии. Вот. И на каком основании человек должен кто-то тратить, если нет отношений? Да? Вот. Поэтому, когда между личностями есть отношения, тогда эти отношения и проявляются. Благословениях, в каком-то обоюдном служении и так далее. Если этого нет, никто не чувствует себя обязанным какие-то там благословения кому-то давать или что-то еще. Но то же самое, что разбрасываться энергией вот так вот направо и налево. И здесь, поскольку Саубхари Муни, будучи могущественным мудрецом, он вот так вот поставил жесткое условие, что Гаруда здесь больше не может появляться, то Гаруда и обходил это место. И поэтому это место автоматически стало безопасным для змей. Именно по этой причине, а не из желания посетить Вриндаван, Кали и принял прибежище в этой заводе, в этом месте. Вот. Здесь интересное тоже такое, такой вывод из этого можно сделать. Святое место пусто не бывает, если туда не пускают преданных, значит там заведутся демоны, все очень хорошо. Вот. То есть раз Саубхари Муни не пускает туда преданного, а Гаруду, пожалев эту рыбку, вот, значит теперь появился демон, вот все. Если бы, скажем, Саубхари Муни своего такого странного благородства в данном случае не проявлял, то Кали бы не было во Вриндаване. Вот. Но в этом случае тогда лила бы вся это не произошла, поэтому по большому счету за всем этим, конечно, стоит воля Кришны. Итак, Калия спрятался в этом месте, нашел убежище, и благодаря этому, так сказать, развернулась вся эта ситуация. А с Саубхари Муни произошла следующая ситуация. Он, по видимости, совершил благородный акт, он защитил этих рыбок от атаки Гаруды. Но поскольку Гаруда был великим преданным, то получилось так, что Саубхари Муни поднял руку или, скажем так вот, оскорбительно очень отнесся к Гаруде. И у каждого своя правда. То есть Саубхари Муни, его правда в том, что он защищает эту рыбу. Вот он такой, знаете, благородный защитник рыб. Но поскольку он отнесся вот так очень жестко к великому вайшнаву, и причем он знал, что это вайшнав, он сразу говорит, что несмотря на то, что это близкий слуга Верховного Господа, мне дела нет, сказал Саубхари Муни. Это гордыня, говорит, это голос гордыни, да, что пускай это даже носитель самого Вишну, вот, если он нарушит мой запрет, я ему покажу, я ему устрою. То есть само по себе вот такое отношение, оно является оскорбительным. И когда происходит оскорбление преданного, то каков результат? Иногда люди думают, ну вот, я кого-то там оскорбил, все, сейчас там ад там, или еще что-нибудь такое. Ничего может не происходить, вообще ничего не может происходить. Все может быть тихо и гладко, но постепенно, незаметно, начинают расти материальные желания. То есть не то, что, ну бывает, конечно, так, что кто-то кого-то преданно оскорбил, там, но если это действительно какой-то тяжелый случай, то с этим оскорбителем всякое может произойти, в том числе и очень плохое. Такие случаи тоже бывают. Вот. Но бывает по-другому. Этот йог, в принципе, он не был там каким-то злодеем и так далее. Он проявил, скажем, некую такую гордыню, потому что люди, которые обладают некоторым вот, какими-то силами, он без сомнения был не глупым человеком, понятное дело, этот мудрец. Вот, аскетичный, разумный, вот. Но он проявил гордость
И вследствие этой гордости ему хотелось показать вот какое-то свое превосходство, что он контролирует ситуацию, что он может даже самого Гаруду сюда вот не пустить. Вследствие этого вдруг в какой-то момент эти самые рыбки, которых он защищал, его и подвели. Там говорится, что однажды он во время медитации увидел, как эти рыбки там где-то кружились, плавали, и у них там тоже процесс, так сказать, размножения. Хотя это, не знаю, уже не бог весть какая-то эротическая сцена. Вот, но почему-то для Саубхари Муни даже этого стало достаточно, что вдруг, так сказать, у него в уме что-то изменилось, и как-то ум его стал устремляться естественным образом к этим темам. И он пытался медитировать вновь и вновь, ничего не получалось. Опять у него все эти мысли крутились в голове. И в конце концов он понял, что сопротивление бесполезно, что-то с этим делать. Вот. То есть мудрый человек, когда его одолевают какие-то разные желания, он пробует два пути. Первый путь – это попытка выбросить все это из головы. Все это всегда самый экономичный вариант, самый простой. Если можешь какие-то все свои желания, просто выкинь их из головы. Мана саньяса, на уровне ума откажись от всех этих вещей. Это самый простой уровень. Но если человек долгое время пытается какие-то идеи выкинуть из головы, но они вот как наваждение постоянно его преследуют, и никуда, так сказать, он от них не может уйти. Он попробовал это там, раз, два, три, месяц, два, год, полгода, три года. Идеи не покидают его. Это обозначает вот что. Это означает, что для такого человека неврити марг не работает. То есть он не может отказаться от этих вещей на уровне ума. Он искренне пробовал, он тряс головой, он совершал аскезы, он заходил в холодную воду, ничего не работает. Вот. То есть это не какое-то просто мимолетное желание, не имеющее глубоких корней. То есть это вещи, которые имеют глубокие корни. Вот. Поэтому такому человеку необходим другой тоже ведический путь постепенного изживания своих материальных желаний. Это называется праврити марг. Вот. И этим путем последовал Саубхари Муни. Он пытался, искренне пытался какое-то время преодолеть себе все эти желания. Вот, не хотелось ему уже после долгих аскез и так далее, вдруг вот как бы возвращаться на шаг назад, все эти семейные дела. Вот, но вследствие того, что он оскорбил Гаруду, эти вот материальные желания, они вдруг стали очень сильно возрастать, непреодолимыми стали. Вот это вот настоящий эффект вайшнава апарадхи. И тогда Саубхари Муни покинул эту воду и отправился там к какому-то царю, там какие-то дочери, там женился на 50 дочерях, причем благодаря своей аскезе, ну он уже такой, знаете, немножко поношенный, мудрец-то был не молодой, вот, но благодаря своей аскезе, там каким-то мистическим силам он трансформировался в молодого, так сказать, привлекательного человека. И, короче говоря, опять он погрузился во всю эту тему. Вот, но здесь интересно, в комментарии говорится, что он обрек себя на множество страданий в обществе этих женщин и так далее. То есть, ну, понятно, здесь наслаждение, страдания, это, так сказать, соседи, вечные соседи, никуда они друг без друга не ходят. Но здесь интересная последняя строка комментария. Однако, поскольку он провел долгое время в водах реки Ямуны, протекающей по Шри Вриндавану, в конце концов Саубхари Муни избавился от всех страданий. Вот, то есть Кришна так все идеальным образом устраивает, что все получают, что они заработали и сейчас, и в перспективе. То есть он наказал, Кришна наказал Саубхари Муни за то, что тот, скажем так, покусился на права его преданного Гаруды, но наказал таким образом, что Саубхари Муни обрел и нужный опыт, и смирение, и сделал правильные выводы. И в конце концов избавился от всех страданий, потому что все-таки время, проведенное во Вриндаване, в водах Ямуны, оно даром не проходит. Таков результат. И еще один интересный момент. Почему, собственно говоря, Саубхари Муни так вот на Гаруду взъелся и решил его, значит, вот как-то там прищучить, наказать? А здесь такой интересный момент, что Саубхари Муни сам был, пока он совершал аскезу, такой очень
воздержанной личностью, как и полагается быть мудрецу. И ему показалось очень странным, что Гаруда, великий преданный Господа Вишну, тут он, значит, вот так это фривольно летает себе туда-сюда, захотел рыбу съел, захотел там какую-то змею съел, что это, собственно, за рацион, да, для вайшнава. Вот, это не у нас не китайская, не японская, не корейская кухня, где они всех этих змей там и прочего едят. Вот, мы знаем, что вайшнавская кухня – это совсем другое. Тем не менее, мы видим, что для Гаруды эта пища, она не была препятствием, потому что это форма жизни такая, птица. То есть нам это может показаться странным, просто потому что мы не птицы. Поэтому для нас есть там всех этих змей и рыб, ну, рыбу когда там все ели, наверное. Вот. Но, тем не менее, в Манусамхите сказано, что рыба – это самое отвратительное. То есть рыба, это хуже, чем мясо вообще. То есть это потому, что рыба, она питается от всякой там разложившейся падали, что там в воде. Вот. То есть говорится, что есть рыба, это то же самое, что есть все виды мяса. Это худшее, что только можно придумать. Вот. И несмотря на то, что, значит, Гаруда ел эту рыбу, то есть фактически самую отвратительную пищу, потому что она еще в воде живет, внизу, ниже земли и так далее. То есть там уровень сознания, так сказать, нулевой почти, можно сказать. То есть такая существо очень, очень невежественная. Да? И, ну, змеи тоже не самая, так сказать, благородная пища. И тем не менее Гаруда считается великим вайшнавом. Вот, люди, воспитанные в строгих традициях ИСКОН, им все это сложно понять, потому что Прабхупада установил такие строгие брахманические стандарты, где мы там вообще читаем какие-нибудь там списки ингредиентов, если там 0,0,0,0% чего-то там такого, все это не пойдет. Да? Вот, а тут не 0,0% там какого-нибудь непонятно чего, да, какого-нибудь там животного сучуга или что-нибудь, а целая такая нормальная полновесная рыбка там, или змея, да, все 100%, так сказать, тамаса. Вот. И тем не менее Гаруда все это дело лопал, глотал без всяких разных проблем, и при этом считается великим вайшнавом. Вот. То есть люди с таким немножко хитрым мышлением, они подумают, окей, вот, это лицензия для меня. Вот. Если Кришна не гонит Гаруду, вот, из-за того, что Гаруда есть рыбу, то в чем мне, собственно говоря, проблема? Там, вот как в Бенгалии тоже некоторые жители, которые там любят рыбу поесть, говорят, это, говорит, не рыба, говорит, это ганга пхала, это плоды ганги, плоды, ну, знаете, плоды там, манго, бананы и так далее, это плоды, да, ну, вот также еще манга пхала, ганга пхала, то есть плоды ганги, рыба называется, вот, или плоды океана, самудра пхала, вот в Пури там тоже все эти рыбаки, там, каждое утро рыбаки там распродают свой улов свежий на пляже, там целые торги такие устраивают. Да, есть люди, обладающие такой не самой высокой природой, низменной природой, кираты. Для них, естественно, заниматься рыболовством, для них, естественно, заниматься охотой. Это форма жизни такая. Форма жизни такая. Они вроде как люди, но их сознание не очень возвышенное. Поэтому и эта пища для них является естеством, и они за это не получают никаких реакций. Ноль, понимаете? То есть это для них естество. Но если арии будут такую пищу есть, то есть арии – это люди, которые стремятся к высшей цели жизни, вот тут стоп, понимаете? Вот для них это грех. Вот, то есть веды описывают дифференцированные стандарты для разных людей. И эти все моменты необходимо учитывать. И поскольку Гаруда относится по форме жизни птицам, вот, то, соответственно, его пища, она типична для птиц, не для людей, не для жителей храма, не для вайшнавов, скажем, в человеческих формах. Вот, поэтому мы не можем эту философию, так сказать, легко гнуть под себя и говорить, что раз Гаруде это можно, да, что Кришна не гнушается, так сказать, летать на том, кто сегодня ел рыбу или змеи, ему все в порядке, потому что это птица. Это естество на него. То есть это Кришна просто показывает, что любая форма жизни может служить ему, любая.
Вот, и змея, там, которая держит весь мир, Ананташеша, и черепаха, и слоны, которые там, так сказать, стабилизируют всю эту бхумандалу, плоскую землю во Вселенной, вот, и Гаруда, и так далее. Это все целый такой зоопарк трансцендентного Кришны, всякие разные формы, которые служат ему. И поэтому это нормально, то есть любой может служить ему, и питаться тем, что естественно для этой формы жизни. Но когда речь заходит о, скажем так, о вайшнавах в человеческих формах, то здесь уже совсем другое. Вот, и когда речь заходит не просто там о том, что ты ешь, да, а о практике освящения пищи, то Кришна говорит: «Предложи мне листок, цветок, плод или воду с любовью и преданностью, тогда я приму это». То есть это обозначает, что мы можем предлагать Кришне только самую качественную, чистую пищу. Вот. Гаруда там, и прочее – это скорее такие исключения, которые просто показывают, что живое существо в любой форме может служить ему. Более того, Гаруда – это не просто какая-то птица. Говорится, что взмахи крыльев Гаруды, они издают звуки самоведы. То есть Гаруда просто взмахнул крыльями, вот эта вот вибрация, идет там потрещат крыльями, да? А звуки самоведы исходят из этих вот, хлопаньев крыльев Гаруды. То есть совершенно необычное существо, это не какая-то там обыкновенная птица, да, которые там где-нибудь летают, тут воробьи, голуби, там какой-то падалью питаются. Вот. То есть вот такие вот вещи, которые нам кажутся несовместимыми, они удивительно совмещаются, то, что это существо питается вроде бы не самой чистой пищей, и при этом проявляет такие качества удивительные. Вот, то есть в Бхагавад-гите Кришна говорит: среди птиц я Гаруда. То есть Гаруда – это, можно сказать, определенная шакти-яши-аватара, то есть определенная такая форма могущества, через которую проявляется могущество Кришны. То есть очень много разных таких вот вещей, которые необходимо совмещать. Для того, чтобы совмещать эти трудные вещи, необходимо, чтобы наш разум был пробужденным, оживленным, чтобы у нас было не просто какое-то догматичное, мертвое мышление, так, 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 и вот так все по каким-то углам, там, каким-то таким строгим формулам. Вот, то есть в Боге много разных противоречий, но все они хорошо, так сказать, умиротворяются, примиряются, потому что все так или иначе, прямо или косо, занято служением Богу. Вот, поэтому эти противоречивые утверждения, они не должны нас смущать. Более того, мы должны быть довольно-таки осторожны для того, чтобы не совершить такую же ошибку, которую совершил Субхари Муни, подумав, что он имеет право накладывать проклятие или регулировать поведение такого великого преданного Вишну, как Гаруда. То есть он посчитал, что его статус великого аскета является достаточным для того, чтобы вот таким вот образом себя повести. Но Кришна показал ему, нет, сказать, тадия, то есть те, кто дороги Кришне, их нельзя оскорблять. То есть, как сказано в Ади-Пуране, что, вернее, Шива-Пуран, где там, где говорится, что когда Шива говорит Парвати, что поклонение Вишну является наивысшим, но еще выше является поклонение тадии. Тадии – это означает то, что дорого Вишну. И что дорого Вишну? Коровы, брахманы, там, дерево баньян, туласи перечисляются, да, дхама, обитель, вриндаван, вайшнавы. Это то, что дорого Вишну. Поэтому поклонение тому, что дорого Вишну, оно стоит еще выше, чем поклонение самого Вишну. Поэтому ни в коем случае нельзя оскорблять дхаму, значит, святой обитель, вайшнавов, брахманов, туласи, коров там, и все вот эти вот атрибуты, которые близки ему. Вот это вот особые, так сказать, такие моменты, что Кришна очень благоволит тем, кто служит ему, независимо от того, в какой форме жизни это протекает, даже если это форма вот такой вот птицы, которая питается, может быть, не совсем, так сказать, вайшнавской
пищей. Вот поэтому вот эти вот моменты этические, они не всегда, может быть, входят в сферу логики, вот, но это то, что необходимо понимать, потому что если что-то дорого Кришне, кто-то или что-то, вот, то это обозначает, что наша уже логика, наше представление о том, справедливо это, несправедливо, правильно, это уже не имеет никакого значения. Если это дорого Кришне, значит, необходимо к этому соответствующим образом относиться. Хари Кришна. Вопрос? По поводу чего? По поводу благословения? Чем, если мы, чем больше мы кого-то благословляем, тем больше нам Кришна все назад возвращает. Да, у меня два вопроса. Первое, что очень часто же приходит духовный учитель за благословением. Чаще всего он говорит, да ты и так уже все просмотрен и так далее. Вот. Это как бы нежелание давать, да? Нет. Благословение здесь нужно различать также, что есть благословение материальное, есть благословение духовное. То есть, когда в духовных благословениях здесь потери нет, нет проблем благословлять кого-то, скажем, там, на чистое преданное служение и так далее, на чистое воспевание и так далее, на какие-то духовные успехи. Здесь не происходит никакой потери энергии, потому что это духовная сфера. Вот. Но единственное, что такие благословения может давать человек, который сам этого достиг, понимаете? Если человек чист в своем служении, в своем воспевании, он может дать нам благословение на эти же вещи, понимаете? Если я, допустим, не умею там чего-то делать, да, как я могу вас благословить успехом вот в этом начинании, если я сам специалист в этой теме? Вот, то есть, поэтому здесь очень важно понять, что дать благословение обозначает то же самое примерно, что подойти к нищему и сказать там дай денег, да, у него нет денег, что он вам даст, да. Вы можете к богатому подойти и сказать дай денег, да, он может вам дать, если вы ему понравитесь, да, или он будет в хорошем настроении. Вот, то есть, кто чем, как говорится, богат, тот тем и может поделиться. Вот, поэтому сфера духовной благословения, она сюда не входит, вот это правило, которое я сказал. То есть обычно люди ищут материальные благословения. Когда к Прабхупаде там известная история, какой-то мужичок проник там в купе, когда они на поезд ехали, и он говорит, ой, сами же, благословите меня, там что-то там, он говорит, что за вопрос, он начал там про свою семью рассказать, про какие-то проблемы, про больное колено, про то да сё, про детей, дайте благословение на то. То есть это все вещи материальные, понимаете? И для того, чтобы у человека там, ну, действительно что-то какая-то вот материальное в плане что-то поправилось, это благословение обозначает отдать часть своего благочестия. Ну, как деньги, в буквальном смысле слова, понимаете? Вот, поэтому материальные благословения, как правило, дают друг другу те, с кем есть отношения, понимаете? Поэтому, естественно, старшие члены семьи, они, естественно, благословляют младших членов семьи. Когда они говорят ему «живи долго», это обозначает, что они от своей продолжительности жизни отдают ему, понимаете? Вот что это обозначает. И никак иначе. То есть материальное благословение, сфера материальной энергии обозначает, вы говорите кому-то «живи долго», и тем самым вы сокращаете свою продолжительность жизни. Вы должны это четко знать, понимаете? То же самое, что вы кому-то отдаете свои деньги, значит, у вас стало денег меньше в кармане. Все очень просто, понимаете? То есть такова материальная арифметика. Но что касается духовных благословений, тут все другое, понимаете? Допустим, это Бхишма мог благословлять кого угодно долгой жизнью, потому что его жизнь была почти бесконечна, он мог и не умирать вообще, понимаете? У него было такое благословение, да? А всем остальным поосторожнее с этими вопросами, понимаете? Только если вам уже совсем, так говорится, жизнь недорога, тогда вы можете всем тут раздавать благословение «живи долго», тогда, может быть, вы, так сказать, умрете, так сказать, преждевременно, что называется. То есть здесь нужно очень-очень четко понимать, с чем мы имеем дело, понимаете? Это не игрушки, на самом деле. Вот. Но что касается духовных благословений, то здесь совсем все другое, потому что они не связаны с кармой. Духовные благословения, они не связаны с тем, дай то, дай это. То есть это, скажем так, и даже возвышенные преданные, как они благословляют? Они говорят, Кришна мати расту, пусть Кришна тебя благословит. Вот, то есть я могу лишь выступить в качестве, скажем такого, ну, человека, дающего тебе пожелания добрые, да? Вот в таком смысле. А
духовные учителя, они говорят, ты уже и так благословлен, не потому что они не хотят благословлять, а по одной простой причине. Мы все, скажем так, в Кали-Югу люди достаточно поверхностные. Поверхностные обозначает, что мы не всегда способны оценить то, что у нас есть. И мы так поиграли с чем-то поверхностное, да? Думаем, о, там что-то мы повторяли, мантру что-то еще, что-то не работает, какое-то нужно особое благословение, да и пошли еще за благословением каким-то еще. Учитель говорит, да ты уже благословен со всех сторон, ты уже весь в просаде, понимаешь, все, весь уже в просаде со всех сторон, чего у тебя нет, да? Вот, Кришна есть, божества есть, шастра есть, наставление есть, учитель есть, святая Дхамма есть, просад есть, вайшнава есть, чего у тебя нет? Единственное, чего у тебя нет, это понимание того, что у тебя есть. У тебя нет понимания того, что у тебя есть. Вот этого понимания нет. И поэтому учитель говорит, да ты уже благословлен, чего ты еще хочешь? Вот, но человек с материалистичным пониманием, он думает, он не может оценить глубоко, что у него есть, и он все время, у него мышление дефицита, что, наверное, у меня чего-то еще нет. Мне сказали, что вот этот вот кто-то там Махарадж может меня благословить. Там. И я бегу к нему и думаю, ну давайте мне там тапком по голове там, или еще чего-нибудь там склониться, что сейчас вот это вот мне благословение что-то даст. Ну, может быть, немножко даст, да, может быть, там чуть-чуть мозги, так сказать, на место и поставит. Но, в принципе, все, что это поставит мне на место, это просто даст мне понимание, что у меня все есть. Чего у нас, собственно говоря, нет в духовной жизни? Шрила Прабхупада дал полный комплект. Он говорит, я дал все. Да? То есть все, чего нам не хватает, это понимание, что у нас все есть. То есть все те вещи, которые мы делаем, нужно просто делать с более глубоким качеством, с более глубоким погружением. Читаем ли мы, воспеваем, служим, там что-то еще. То есть все это должно делаться просто, ну, скажем таким, более глубоким качеством. И в этом состоит наша духовная жизнь. Духовная жизнь обозначает постоянное реформирование. То есть реформирование обозначает, что мы одни и те же вещи все глубже и глубже переосмысливаем, одни и те же вещи все глубже и глубже понимаем, все глубже и глубже погружаемся в них. Вот это называется прогресс. Когда одна и та же джапа была, когда вы начали повторять, одна и та же джапа, когда вы достигли какого-то успеха, джапа вся та же самая, понимаете? Но что меняется? Отношения. Отношения меняются. Вот, поэтому наш духовный прогресс – это постоянный пересмотр отношений. Как вот мне понравилось, как одна ученица Шрилы Прабхупады сказала, Урмила, по-моему, Девидаси, она говорит, что наше отношение к джапе – это наше отношение к Кришне. Как мы относимся к тому мнению, это то же самое, как мы относимся к Кришне. Вот так это отношение. Если у нас безлаберное отношение к джапе, значит, мы безлаберно относимся к Кришне. Все просто. Просто мы не понимаем, что Кришна и Святое Имя – это одно. Поэтому мы думаем, что Кришна – это Кришна, там где-то он в духовном мире, а джапам это что-то я должен здесь пробормотать тут в течение 2 часов. Да? То есть мы не понимаем того, что это тождественно. Вот поэтому у нас есть все, чего у нас нет – это понимание, что у нас есть все. Вот поэтому учитель не просто говорит, вот тебе еще одно благословение, которое тебе точно не хватало. Он просто пытается нас пробудить к этому пониманию, что у нас все есть, понимаете? Да. Да. Благословение на семейное счастье. Понимаете, я никак вот мне не знаю, или у меня в голову не приходили такие мысли, что ли, там какие-то благословения просить. Я просто не могу понять, что себе думают люди, которые такие вещи говорят. То есть они что, реально думают, что вот, допустим, новые люди, скажем так, неважные кандидаты, да, мужья и жены, и сейчас они попросят какое-то благословенное семейное счастье, и все у них вообще образуется. Ну, какое нужно иметь сентиментально глупое мышление, чтобы думать, что мы бестолковые муж и жена, и мы постоянно грыземся, как кошка с собакой, и сейчас нас кто-то благословит, у нас все будет хорошо. Ну, какое, насколько нужно примитивное мышление иметь? То есть люди вообще проживают отдельно от головы и от своей реальности, понимаете? То есть они не понимают, что ли, из чего жизнь вообще складывается. Качество жизни – это квалификация, понимаете? Вот квалификация мужа, вот квалификация жены. Если не квалифицированы, вот и все, понимаете? Что еще нужно? Ну, благословение, так сказать, Верховного Господа – это как вот некая такая защита. Но это, понимаете, тогда все срабатывает, когда базовые ингредиенты нормальные. Вот у нас есть лодка, да? Вот у нас есть капитан, да?
Вот базовые ингредиенты нормальные. Лодка крепкая? Крепкая. Капитан с головой? С головой. Вот теперь попутный ветер нам поможет. Понимаете? То есть благословение – это как попутный ветер. Но если лодка дырявая, а капитан пьяный или идиот полный, понимаете, то при чем здесь попутный ветер? То есть благословение – это попутный ветер, но требуется нормальная лодка и нормальный капитан, понимаете? Тогда попутный ветер поможет. А если лодка дырявая, капитан идиот, то при чем здесь попутный ветер, понимаете? И вот приходят два совершенно неквалифицированных человека и говорят: благословите нас, пожалуйста, на семейную жизнь. Что эти люди говорят вообще? Где их головы, о чем они думают, понимаете? Что по поводу чего? Да я вообще не ввязываюсь во все эти дела. Я в эти игры никогда не играл и не играю, никого ничего не прошу и никому ничего не даю, и все хорошо. Все, что нужно, это просто помогать людям обучаться, вот и все, понимаете? Нужно просто благословение, понимаете, смотрите, если к человеку пришли и говорят: дайте нам благословение на семейное счастье, если он сам с головой, к которому приходит, он должен спросить этих людей: а в чем у вас проблема? Вы несчастливы или что? В чем у вас проблема? И когда они скажут ему, что у нас проблема в том-то, том-то и том-то, то его благословение будет состоять в том, что он просто объяснит им, что нужно делать, понимаете? Его благословение состоит в том, что он даст им совет, а не то, что они пришли идиотами и ушли идиотами, но он дал им благословение, да? И теперь их идиотизм куда-то испарился, нет. Его благословение состоит в том, что он даст совет, скажет: вот так делай, так не делай, и в этом будет благословение. А не то, что он там какую-то мистическую шаровую молнию запустит, да, и это вот благословение такое вошло у них, и весь идиотизм их испарился, и они счастливыми людьми стали. Это что за сентиментально тупое мышление, откуда оно вообще взялось, я понять не могу, понимаете? Что при всем моем идиотизме мне просто нужен какое-то благословение, и все будет вдруг хорошо, понимаете? Я накидаю сейчас в этот суп там непонятно чего, да, дайте мне благословение, чтобы он вкусный был. Да вы положите все в мир, вот и будет все вкусно. И благословение в том, что он просто объяснят, какой рецепт должен быть. А не в том, что вы накидали туда вообще непонятно чего, там насыпали, да, там туалетные бумаги, там посолили, там поперчили. Благословите меня, чтобы это был божественный нектар. С чего? То есть благословение будет состоять в том, что вам просто дадут знания, как это приготовить. А ваша ответственность в том, чтобы следовать этой шикше наставлению. Вот это вот, особенно у русских, я уж прошу прощения, это вот сентиментальное какое-то вот мышление, что просто дайте мне какое-то благословение, и все, и вся моя дурь тут же испарится, и все у меня у неумехи, все вдруг получится, понимаете? Откуда все это взялось вообще? Это на какой шастре вообще основано? Откуда это все? Да, мы читали, что по милости Господа читаний слепые начинают видеть звезды в небе, немые начинают говорить стихами, там хромые переходят через горы. Да, это читание Чаритамриты сказано. И что теперь? Что это обозначает, что автоматически мы все неквалифицированы, станем квалифицированными? Может быть, нужно усилия прилагать? Мы же видим, что с неквалифицированными людьми-то бывает, понимаете? Ему что, недоверие вообще? Все сломают, понимаете? То есть ему дай любые деньги, он их потеряет или там как-нибудь неправильно использует. Если у человека квалификации нет, ему сколько угодно можно давать благословение. Поэтому благословение не в том, что ему там что-то такое вот дали, на, какой-то такой лучик мистический вошел в него, и все там у него вообще, так сказать, все дырки заросли, и все пошло. Это что вообще за такое наивно-детское мистическое мышление? Благословение состоит в наставлении. Там дают наставление, следуя которому, работая над собой, что-то в себе исправляет, вот тогда что-то происходит. Но поскольку я типичный, так сказать, русский Ваня, который на печи будет лежать и просто какими-то мистическими благословениями, не хочу работать, дайте мне благословение, чтобы вся моя лень и вся моя дисквалификация компенсировалась вашим благословением. Ну уж простите, это какая-то новая философия, непонятно откуда вообще взявшаяся, понимаете? Вот. А правильное понимание вещей, благословение состоит в наставлении. Дайте наставление,
это исследуя эту монастырь, не ленясь, не думая, что благословение автоматически сработает, а включая разум, прилагая, так сказать, какие-то усилия на практике, человек меняется, вот обозначает он наставление получил. Продолжительность жизни – это количественный показатель. Счастье в духовной жизни – это качественный показатель. Качество его нельзя передать. Количество – пожалуйста. Я могу вам отдать деньги, это будет количественно. Но как вы их потратите, это будет качественно. Продолжительность жизни – это просто качественно, количественный показатель, понимаете? А счастье в семейной жизни – это не количественный будет, это качественный. А качество его невозможно передать. Качество можно только научить, если человек готов учиться наставлению. Понимаете разницу? Да. Что? Если мы предлагаем божествам некачественные ингредиенты. Можем ли мы полагать, что из некачественных элементов получится хари прасад? Да, если мы купили продукты, там всякие ешки, и мы их предложили Кришне, и что теперь? Во всем есть определенная степень. То есть можно сказать, что это предложенная пища. Может быть, она не обязательно принятая, но предложенная. То есть предложение – это наше действие. Принятие – это действие Кришны. И поэтому, если пища, может быть, там не из очень качественных ингредиентов, я не знаю, Кришна принял или нет, но я знаю, что я ее предлагал. Поэтому нужно различать предложенную пищу и принятую пищу. Понимаете? За Кришну мы не можем решать, примет он или не примет. Но я могу за себя отвечать, что я предлагал. Понимаешь, в мире я предлагал, я старался. Да? Насколько это Кришна принял, это уже, как говорится, от него зависит. Кришна говорит, в какой мере человек предается мне, в той мере я вознаграждаю. Предаваться в данном случае обозначает сделать от себя максимум возможного, чтобы все было по максимуму позитивно, понимаете? Поэтому не путайте предложенную пищу и принятую пищу. Это не автомат. Между этими двумя действиями это автоматизм, потому что Кришна не автомат. Иначе можно было купить просто автомат по предложению пищи и все. Как микроволновая печь, засунул туда дзынь-дзынь, все, у вас пища разогрета, можно почувствовать. Да. Кришна не автомат, поэтому предложенная пища это не обязательно будет освященная. Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Саудхари Муни, получается, служил Господу, но с другим слугой он поступил как-то, ну, не как слуга Господа, а как повелитель какой-то. То есть, или он сам себе служил? Как это получилось? Саудхари Муни служил Господу, но с другим слугой обошелся не сам. Это обозначает, что его служение было недостаточно зрелым. То есть он не сумел оценить другого преданного. То есть это фактически означает, что он сам, как слуга, еще не очень квалифицирован. Уттама Адхикари – это преданный, который видит, как все служат Кришне. Все служат Кришне. Конечно, Адхикари думает, только он служит Кришне, все остальные под ногами путаются. Вот, Мадьяма Адхикари он уже различает больше, понимаете? То есть новичок он таков, что я великий слуга, все остальные не мешайте мне, так сказать. Вот. А Уттама Адхикари, он как раз видит, что все слуги. То есть совершенно точно можем сказать, что Саудхари Муни не был Уттама Адхикари, если он не разглядел в Гаруде, так сказать, великого вайшнава. Может быть, даже он и, так сказать, и до Мадхьямы не дотягивал, кто его знает. Вот. То есть он больше был таким йогом там, и так далее, мистиком. Вот. Как вайшнав, он явно был незрелый. Он понимал, знал Бога, все, он, но не было, он как бы на пути преданного служения, он не сильно, так сказать, еще был, наверное, продвинут. Вот, поэтому его понимание этих вопросов было неполным, ущербным. Вот это и результат. Потом он стал более зрелым. То есть через проблемы он стал более зрелым. Здесь был вопрос как-то. Чуть громче. Как можно отличить ложное сострадание от истинного? Как можно сострадать ложное сострадание от истинного? Но разум нужно включить. Способ отличить что-то, способность отличать, она из разума исходит. Это у разума есть такая особенность вивека шакти, то есть способность различать. И если разум включен духовный, то у нас нет такой проблемы. Если мы не можем отличить, это обозначает, что разум еще недостаточно включен. Вот все.
И поэтому на вопрос, как отличить, ответ один – получить разум, потому что разум – это есть различающая сила. И продолжение ответа таково, что если не хватает своего разума, значит, нужно спросить того, у кого такой разум есть, учитель. Все. Субхари Муни, да, он испытал ложное сострадание к рыбам, потому что рыба – это естественная пища для этих же птиц и так далее. Вот, то есть он пытался вмешаться, скажем так, в естественный биологический процесс. Как? Можем. Почему мы не можем сказать, что у него не было разума? То есть его разум был, но он был не в полной мере проявлен. И потом разум, он же такой, как погода, солнце то светит больше, то светит меньше. Иногда у нас, так сказать, у нас разум такой острый, четкий, все мы различаем. А иногда бывает так, что мы так немножко как через подушку, так туповато, все как-то так сложновато воспринимается. И мы как-то там щуримся, морщимся, пытаемся что-то понять, и как-то вот вещи ускользают. А иногда как такое ясное видение. Поэтому разум есть. Но иногда он под влиянием ситуации отступает. Ну, то есть, когда вступает чувство, разум отступает. Это же очевидно. Правильно? Вот, допустим, вот яркое солнце, потом раз какое-то облако наехало. Где солнце? Уже яркость уменьшилась. Точно так же у человека сейчас, сию секунду, такой очень глубокий, цепкий, острый разум. Через 5 минут что-то произошло, и он как в некотором тумане находится. То есть, жизнь, она же движется, понимаете? Вот, поэтому мы замечаем, что днем мы лучше соображаем, ночью мы хуже соображаем. Точно так же и состояние наше могут варьироваться. Когда-то мы очень четко и ясно все видим, в какой-то момент все притупляется. То есть в данный момент Субхари Муни, он потерял остроту разума. Из-за чего он потерял остроту разума? Из-за апаратхи, понимаете? Все. Он под влиянием гордости, он, значит, наложил проклятие на Гаруду, и вследствие этого Кришна у него разум отобрал, потому что Кришна дает разум, и Кришна убирает разум. То есть все в динамике находится. Не то, что человек обрел разум, все это теперь его вечная собственность, никуда она не денется. Все в этом мире, оно подвергается влияниям определенным. Последний вопрос. А что делать, если чувствуешь, что есть какие-то неприятные чувства по отношению к какому-то вайшнаву, но так или иначе нет возможности, например, с ним поговорить, попросить прощения, не знаю. Если есть какие-то неприятные чувства к какому-то вайшнаву, нет возможности с ним поговорить? Да, это сложная ситуация. Ну, мой опыт, так сказать, небольшой в преданном служении, привел меня к одному четкому постулату, который провозглашен Рупой Госвами, что желательно общаться с теми преданными, с которыми у нас одна природа, с которыми у нас легко понимание, не нужно какие-то сложные вообще конструкции, там, вообще разводные мосты, там, еще такое. Есть люди, с которыми очень легко понимание, отношения складываются. Это называется саджатия, то есть люди сходной природы. Вот, Руба Госвами рекомендует нам общаться с людьми сходной природы. Бывают среди вайшнавов люди, мы их как бы понимаем, это вайшнавы, все преданные, но настолько их понимание и образ действия, поведение настолько различается с нами, что на что это делать? Раздражает, понимаете? Я понимаю, это вайшнав. Но то, что он говорит, как он действует, меня оно конкретно раздражает. Что я могу поделать? Да? Все, что я могу поделать, это выражать ему почтение издалека, но не пересекаться с ним в служении. Потому что если я буду пересекаться с ним в служении, постоянно будут конфликты. Мы постоянно будем совершать какие-то взаимные оскорбления. Вот. Поэтому вот эта ситуация, наверное, у каждого в жизни бывает. Мой вывод таков, что если я чувствую, что с кем-то начинает вот какой-то вот напряг, вот, я просто, как говорится, умываю руки, я с этим человеком просто стараюсь близко не общаться. Я поддерживаю с ним такую уважительную дистанцию, потому что я вижу, что если чуть-чуть дистанция уменьшится, начинается либо какое-то ощущение неприязни, либо какой-то конфликт, и это плохо для всех. Вот, поэтому я, так сказать, несколько отстраняюсь, вот, и взаимодействую прямо только с теми людьми, чья природа, ну, как говорится, нам понятна, с кем легко, то есть не нужно как бы вот пытаться что-то искусственное сложно строить. То есть да, есть этикет, согласно которому мы должны уважать и брать почтение всем, но естественные и нормальные отношения складываются с теми, у кого
общее понимание и общая какая-то природа, которая не вызывает у нас ну, какого-то вот отторжения, которое не требует каких-то искусственных вообще построений. Потому что есть, конечно, разные там технологии, медиация там, и все прочее, как там помирить врагов и так далее. Вот. Но это все достаточно сложные искусственные вещи, понимаете? Вот. А жизнь так наша коротка в Кали-Югу, чтобы заниматься, там, громоздить какие-то искусственные конструкции. Вот. То есть лучше действовать вот в естественном поле, то есть вот те личности, с кем естественно все складывается уважительно, легко. Вот. Поэтому не пытайтесь вот какие-то искусственные вещи делать, что с кем-то там что-то не складывается или что-то еще, а вы все пытаетесь, вот, ну, это трудно на самом деле. Даже по опыту возвышенных преданных, я наблюдаю многих старших преданных, даже у них далеко не всегда складываются идеальные отношения. Поэтому, когда Шрила Прабхупада видел, что между лидерами там что-то начинается, какие-то вот напряги, он их просто разводил в разные стороны, давал им разное поле деятельности. Вот твоя кшетра, чтобы вы не пересекались, как говорится, и все хорошо. Этот хорош по-своему, этот хорош по-своему, но вместе у них как-то вот, ну, никак, что называется. Поэтому тут надо моменты. Это в духовном мире то же самое. То же самое в духовном мире. Это продолжается. Это везде. Везде. Однажды один ученик Прабхупады написал письмо, огорченный какими-то конфликтами между преданными, как всех помирить, мир и дружба. Прабхупада говорит, не будь идеалистом. Он говорит, идиллии не существует. Он говорит, там, где есть личности, там есть различия. Там, где есть различия, там есть повод для конфликта. Поэтому не питай никаких иллюзий. То есть просто должны быть естественные группы свои, понимаете? Вот вам, пожалуйста, правое крыло гопи, левое крыло гупи, они друг друга недолюбливают, чистые преданные, понимаете? Они просто не встречаются, они просто ходят разными путями в духовном мире, понимаете? Они просто не пересекаются. Потому что если они встретятся, коса на камень будет, понимаете? Вот все. Поэтому особенность природы, ее нужно учитывать. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.